Программа переселения из аварийного жилья, ремонт дорог и ликвидация разливаек. Актуальные в последнее время темы стали предметом обсуждения на очередной встрече главы администрации столицы Алексея Ладыкова с горожанами. Проект «Открытый город» действует в столице Чувашии уже третий год. Обратная связь помогает муниципалитету оперативно решать важные для жителей проблемы. В прошлом году столичная администрация при поддержке республиканского правительства провела эффективную работу по улучшению имиджа города. Чебоксары растут по многим социально-экономическим показателям, сказал в своем выступлении Алексей Ладыков. Важнейшим фактором развития столицы стала положительная демографическая динамика. Но подобные встречи все же не повод для победных реляций, и это хорошо понимает муниципальная власть. Вместе с главой администрации Чебоксара в юго-западный район приехали специалисты различных ведомств, чтобы лично услышать, в чем они недорабатывают. В этом районе большой частный сектор, что неудивительно. Так что неудивительно, что речь зашла о ветхом жилье. Благодаря поддержке главы республики Чебоксары вошли в федеральный проект переселения из аварийного жилья. Комфортное жилье уже получили 850 чебоксарских семей. На очереди еще 1000. Несмотря на то, что взамен ветхих полуразрушенных квартир горожане получают комфортное жилье, всегда остаются те, кто недоволен обменом. Мы просим при расселении оставлять жителей Чапаевского поселка на поселке. Почему? Потому что это наш контингент, это наша территория, это наша вторая родина, и для нас это очень много значит. Не все получается удовлетворить. Кто-то счастлив, кто-то рад, а кто-то и не хочет переселяться. Тогда мы предлагаем получить денежную компенсацию. В юго-западном районе, в том месте, где вы жили, дом сегодня не предусмотрен. Там не будет строиться дом. От ранней бурной весны в этом году сильно пострадали столичные дороги. Ремонтники брали на заметку буквально каждый участок полотна. Но все ямы одномоментно не залатаешь. Работа в этом направлении ведется. И самыми активными помощниками в определении адресов ремонта стали сами горожане. Это очень важно, отметил Алексей Ладыков. Серьезным прорывом в транспортном обслуживании стало появление в столице единой транспортной карты. За пару месяцев горожане успели отметить положительные стороны новой системы. В целом-то польза от этого решения есть, вы мне подскажите? Есть. То есть вы купили карточки по безналу и начали экономить? Да, да, да. А сбои какие-то есть в системе? Вот. Кроме этого, мы еще ввели систему, точнее не систему, а проездные для школьников и студентов по льготной цене. Кто-нибудь пользуется этим? Пользуется. Вернулись на встречи к теме так называемых разливаек. В одном микрорайоне их несколько. Понятно, что они доставляют жителям неудобства. Возле них часто происходят драки. Кроме того, громкая музыка в вечернее время мешает отдыхать. Городские власти с помощью профильных министерств уже закрыли пару десятков питейных заведений. Борьба с нарушителями будет продолжена. Алексей Ладыков пообещал горожанам решить проблему в короткие сроки, оснастив каждое ночное заведение, разливающее алкоголь, камерами внешнего и внутреннего наблюдения. Дарина Игнатьева, Сергей Адушкин, Республика.